Каждое утро Надежды Викторовны начинается с уборки бытового мусора с пляжной территории. Спецтехникой его не соберешь, слишком мелкий. Приходится вручную, на пронизывающем ветру. За день, особенно после шторма, набирается до 100 килограммов. И бутылки, и обувь, и сантехника, целлофановые пакеты. Уже после сбора бытового мусора в дело вступает техника. Сначала по прибрежной полосе проходит трактор с бараной. Он собирает крупные предметы, которые приносят море. И уже после песок просеивают. Но больше всего проблем доставляют выброшенные на берег деревья. Деревья – это все очень как бы большого веса. Такие как бы негабаритные грузы, которые нам приходится еще обрабатывать на базе, а потом их вывозить на свалку. За неделю с 16 километров пляжной территории собрали и вывезли почти 100 тонн мусора. Ситуацию осложняют погодные условия. По прогнозам синоптиков, до конца этого года нужно ждать еще как минимум 2 шторма. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Михаил Григорьев, Анапа регион.